В Берлине на этой неделе проходит ежегодная международная выставка бытовой электроники IFA, одна из крупнейших в ЕС. Большое внимание посетителей вызывает экспозиция китайской корпорации Huawei, которой, возможно, придется отказаться от использования операционной системы Android в своей новой модели смартфона из-за торгового конфликта, нарастающего между КНР и США. В этом году все взгляды устремлены на Huawei. В конце месяца они представят в Мюнхене свой новый телефон, в то время как идущая сейчас торговая война все обостряется. И вопрос в том, кто станет ее первой жертвой. Мы собираемся побывать на их пресс-конференции, чтобы постараться понять, чего следует ожидать. Министерство иностранных дел Китая призвало США прекратить оказывать давление на китайские предприятия, назвав возмутительными обвинения, звучащие в адрес Huawei. Мы призываем США покончить с порочной практикой прикрывать любые действия соображениями национальной безопасности, остановить намеренную клевету и обвинения против Китая, а также обеспечить китайским компаниям равные условия для нормальной работы в Соединенных Штатах. Между тем, Huawei представила на IFA немало интересных новинок, познакомиться с которыми смогут почти 250 тысяч посетителей выставки.